Добрый день всем зрителям моего канала. В этом видео я расскажу о том, как зачислить пользователей на курс в Moodle, который мы преподаем как преподаватели. Для этого мы заходим на сайт Moodle и находим вкладку «Администрирование». Кликаем на вкладку «Администрирование» и видим другую вкладку, которая называется «Пользователи». Переходим на эту вкладку и выбираем «Добавить пользователя». Вводим данные пользователя. Придумываем для него логин. Также отмечаем птичкой «Создать пароль и уведомить пользователя». В этом случае пользователь получит приглашение на наш сайт Moodle. Вводим имя пользователя, фамилию, также адрес электронной почты. После этого отмечаем, кто может видеть этот адрес электронной почты, только слушатели или все, или просто скрыть адрес электронной почты. Настраиваем так, как вам удобно. Вводим город Полтава. Выбираем страну, часовой пояс, предпочитаемый язык. И также можно добавить изображение пользователя, хотя все эти операции может сделать самостоятельно студент, когда получит приглашение. После этого мы кликаем «Создать пользователя». Таким образом, пользователь у нас создан. Он находится вот здесь. Теперь мы переходим в начало и выбираем тот курс, на котором будет учиться наш пользователь. Заходим на курс, например, изучение Moodle или знакомство с Moodle. У нас этот курс еще пустой, но для примера уже можно зачислить сюда пользователя. Выбираем участники и кликаем на вкладку «Запись пользователей на курс». Записываем его в качестве студента, находим его email. Вот он. И кликаем «Запись пользователей на курс». Таким образом, на нашем курсе сейчас записан один пользователь. Нашему пользователю было автоматически отправлено приглашение. И таким образом, когда он зайдет на наш сайт, ему необходимо отправить ссылку нашего сайта и увидит свой курс, на который он записан. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях к этому видео. И до новых встреч в новых видео на моем канале.